На этом камне написано, что я могу знать. Интересное место, небольшой сквер. И вот здесь на этих скамеечках в летнее время, в теплое время собираются люди без определенного места, скажем так, деятельности или проживания. Их называют еще пена. Вот здесь написано, что есть человек. Именно не кто есть, а что есть человек. И здесь тоже надпись интересная, тоже духовная. Was soll ich tun? Что означает, что я должен делать. Такое место, где собираются люди, страдающие чаще всего депрессией, алкоголизмом, наркоманией. Вот здесь они общаются в своем кругу.